вот тут это выглядит. Два ремня, все дела. Сейчас поедем. А ну назад чуть-чуть, чтоб я залез. Блять, простите. О. Ебать, ты можешь сидеть ровно? Никто. Все, ты готов? Хорошо. Я тоже. По полям, по полям. Едем менять колесо, бо открытие сезона завтра, там еще по погоде непонятно что и как. Тут, короче, да, засада такая, колесо спускает, блядь. Зачем оно нам надо? У нас новенькое будет теперь. Будет все потрясно. Красиво. Мы доезжаем до места встречи. Моя маленькая, наверное, подустала тащить такой груз. Я больше 100-120 не ехал. То, блин, конечно, да. Очень напряжно. Очень было напряжно. Опа. Все, мы на месте. Стой. То есть зато мягко было, да, ехать? Нет. Не мягко? Нет. Это же у нас спущенное колесо. Ух ты, что произошло? Тю. Стой. А? Я сюда приехал? Ну да. Ну все, заменили, красиво. Потрясно, натяжечку сделали, вот гаражи, контакты оставлю. Гуф сделает, принимает всех по мотикам. Красота, ну а резину еще проверим, конечно. Проверим обязательно, как она себя чухает. О, сейчас нет, прохладно. Пирелли надо греть. Но заценим, попробуем. Че как. Нас тут должны уже ждать. Будем ехать вместе. А вот и ждет. Ты сам будешь ехать? Я сам. Сам, да? Да. Заедем? Да, поехали. Ну все, вот мы уже и в Кремчике. Вот уже какие-то людишки у нас тут есть на мопедах. Сейчас поедем уже на место встречи. У нас 11 собрания, сбор, в 12 старт. Сейчас 11:28. Поэтому ехаем. В кучке уже. Уже какой-то кучкой-то приедем. Потрясно, как всегда, куча лежащих. Пока доедем, доскакаем, мы будем на месте, так сказать. Ой, погодка, конечно, смотрели, вообще там вероятность дождя была, да, ну, 50%, не знаю. Ну, короче, пока солнышко, пока все хорошо. Итак, вроде на солнышке хорошо, в тенечке прохладно. Поэтому да. Поэтому да. Ну вот. Как-то сейчас кое-как-то и доедем. Отлично. Можно было, конечно, и тут поехать. Но мы поедем по прямой. Со всеми. Так сказать. Так интереснее. Пошумим. Тут можно было нырнуть через дворы. Что, не? Не проедешь, стесняешься? Езжай, езжай, не? Все стесняются как-то. Эх! Боже, стесняется. Ты девочка за рулем, наверное.
все-таки объедем красиво. Где тут движуха? Тут ничего хоть не поменялось. Нас должны ж поприветствовать. Кто-то-то есть. Мы тут станем. Ой, нашумели чуть-чуть. Это мы? О, еще кто-то, слазай. Слазай. А вот и этот подъехал. Короче, нормальный движ. Нашумели уже сходу. А кто это приехал? Да это же стрит, приеду. Что ты, как дела? Нормально. Ты тоже только вот это приехал? Я тоже думал, что будет прохладно. Кто так, приветствую. Что, подойти к хлопцам поздороваться? У нас, наверное, тот же самый маршрут, да? Как и в прошлом. Какой маршрут? Ну, типа, до этого. Опа-ча. Тут эксклюзивчики прикольные есть. Приветствую. У нас тот же маршрут? Да. Приветствую. Вова. Тот же маршрут до пивзавода по кругу и на телевизор. Ага. Ну все. Там можем встать, постоять, посмотрим, что будет. И дальше, я думаю, уже кто придет. У меня есть идея. Надо было заранее подумать. Мяска взять, если погодка позволяет. Пожарили б мяска, там все дела. Кто хочет есть. Бо я лично голодный. На переезд за пельменями. Да? Не, ну это так идея. Если кто-то хочет, конечно, то чё б и нет. А не, можем поехать там на светлик, я не знаю, куда-либо. Если есть желание анимату, ну, надо думать просто. Кто. Дорога, да. Печальная. В сторону Полтавы у нас одна единственная нормальная дорога. Представляешь, если такой статус идет? Ну, короче. На Полтаву и обратно. Мне было бы прикольно. Ты что, зачет там будет? Ты что, 2,5? Охренеть. Охренеть. Вот это аппарат. Вот это аппарат. 650, сиберки, сиберки. Ну, прикольно. Да будет шум, сказал Just Run Rider. Смотрите, сколько нас тут. Щит. Вот это будет шумно. Вот это будет шумно, бля. Ну что ж, приступим. Приступим. Полету. Кто нас ведет вообще? Это надо, я даже не знаю как. Да то я говорю здесь, ничего. Начало положено. Нас засняли. Мы тоже как бы снимаем. Вот опять девчуля. Наверное, все та же. Сейчас заедем. Заедем, пошумим. Может там где-то стать, поглядеть, что будет происходить. Если я сейчас поеду, сейчас все могут еще и за мной поехать. Пока заглохнем.
что они будут ехать когда. Поглядим за этим всем. Подаем пример. Перепарковываемся все. Ну, что тут скажешь? А мы ведем? Получается, да. Ой, да. А, не, еще не. Тут за техника. Оба. Вот они варианты. Он. Красиво, да? Надо всех пропустить. Вот танкистка поехала. Смотри, как красивенько, да? Ух. Шумят. Дай боже, шумят, как красиво. Тоже кастомы есть такие интересные варианты. Опа. Тут кто куда и кто как поедем, я так понял. Но нормально. Рынчит, бля. Вообще звуки, бля, надают. Вы знаете, тут мало кто одевается под цвет мотика, знаете, там что-то, чтобы что-то красивое было. Все так, кто как оделся. Редко, когда попадется стильняга такой, бля. Ну, в принципе, так. Прикольный движ. Да? Такой сходнячок. Ух. Ух, ах. Все приветствуют, вообще классно. Вот это оно, блин. Вот это я понимаю. Красиво. Тут у нас тут и не слышно, блин. Жужики еще те. Но мы самые рисковые едем. Сейчас кто-то может выехать, конечно, подзадеть нас. Но едем, едем красиво. Опа. Постоим. Дайте посмотреть. Красиво. Все четенько. Все снимают. Где-то, может, и нам кадры дадут какие-то. Шумно. Будем кипеть неоднократно, блин. Это вообще люди реагируют, да, прикольно? Все, едем. Закипаем. Нам надо вперед, наверное, чуть проехаться, пропустить всю эту движуху. Вот так вот мы это сделаем. Самый шумный. Закипаем жестко. Что-то подправим. Красиво. Четенько. Все едут. R1. Красиво. Сузуки. Все. Зачет. Можно ехать. Оп. Все в кучке. Вот так вот всегда и надо парковаться. Чуть-чуть левее брать, чтобы не колесо в колесо. Тогда будет нормально.
Мы вообще могли бы сейчас по центру проехаться. Красиво. Красиво. Ой, вот эти звуки прекрасные. Вообще. Нам надо что-то красивое сделать. Есть такое чувство. Водники едем, конечно, еще те. Класс, да? Все для вас, ребята. Все риски для вас. Богданчик, тот, который с нами приехал. Надо опять вырываться вперед, однозначно. Простите. Снова поедем вперед. Остудим мотор чуть-чуть, вот 94 градуса, да. Красиво. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как поехал смачно. Шкодники. Вот они все те шкодники, которых вы можете видеть. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Какие шкидливые. Хорошо, всех пропустили. Сейчас будем ехать. Хороший звук. Вот так вот. Но в этом году поинтереснее, да? Порезвее так все происходит. Вообще, прям красиво. Уи-уи-уи-уи-уи, это где там? А, вон. Хорошо. Тут постоим, подождем. Снимает? Снимает. Ждем. Я думаю, останавливать чи не. О! Ты хочешь лезть? Моя леди. Какая ж у меня все-таки леди! Я так тебя люблю! Давай постоим, пообнимаемся пока. Поделаем. Я знаю, как мне надо стать. Мне надо стать вообще по центру, чтобы они меня все объехали. Да, и машины тоже. И машины тоже переедет только. И все. Вот же они. Вот же они, все бездельники собрались, которые здесь. Хотя сегодня суббота. Курение вредит вашему здоровью. Все дела. Как раз остынем чуть-чуть, все дела. Красиво. А ты хоть... О! Постоим в обнимочку.
Всем привет, всем привет! Помашите ручкой! Помашите ручкой, погазуйте нам! Погазуйте, да! Все, можно ехать! Вот это кучка! Кучечка! Хорошо шумят. Греемся конкретно. Еще надо будет подснять. Опа! Дорога, все сигналят. Вот такие мы шкодники. Но красиво. Все надо подснять. А что по кругу? Я бы поехал дальше явно. Что по кругу едем, я не пойму. Интересный момент. Вот этого я не знал. Вот это б я поехал по прямой, блин. Опа, тын-тын-тын. Пацаны только сюда и туда. Ой, блин. Но это нормально. Это нормально. Так бывает. Кипим. Кипим конкретно. Что-то еще пишет. Может, хватит нам заряда. Да. Да, 97 градусов, я херею, да. Ну все. Нема ровной дороги, сейчас бы на заднем увалились, что. Красиво. Рок-н-ролл, йоу! Опять надо стать подснять. Красивенько. Шумит, шумит, интересно. Поехали. На заднем. Тоже снимают с машины этот движ. Так круто, ты что, крутецки вообще. О, вот это хорошо, что проезжаю. Yeah.
их подправит, но ничего. Я не знаю, какой у них маршрут. До этого был другой, поменялся. На кольце мы прямой ехали, а тут... Джастран Райдер помахал, все дела, под съем все идет. Опа. Опа. Да, блядь, задолбали эти ямы. Да, хорошо. Дальше едем куда-то. Опа. Вот тут есть возможность назад. Ух, там стреляет. Ух, там стреляет. Хоть узнаем конечный маршрут. А где у нас конечный маршрут? Ничего не понял? Ну ладно. Опа. Поехал вперед. Зачем я это сделал? Подснять, что ли? Для вас. Ой, бля. Че стали? А. Конечно. Ждем в ожиданиях чуда. Где они? Я вообще удивляюсь, как она еще пишет. Там, наверное, памяти, батарейка нормальная. О. Последний зайка едет. Thank you.
что, друзья, вот как-то так вот у нас сегодня день прошел. Там покатались, засняли видосик. Сейчас едем на шашлычки. Все-таки правильное завершение должно быть. Ну, не считая там того, что еще может быть. Ну, вы меня поняли, я думаю, да, ребята? Вот. Но едем пока покушаем. Нужна девочка, чтобы покушала, была сытая, довольная. Тогда, вот только тогда, все, у вас будут бонусы. Ну, да, то, что еще покатались, конечно же, да, все это имеет место быть. Но обязательно нужно же все-таки и покормить. И покормить. Обязательно. Вот она вся движуха. Опача. Да-да, тут грузаешь, уже сразу вот такая херня начинается. Да, можно. Так это ты постоянно меня бьешь. Опасно ехать. Здорово. Лов костра.